гости сходу припхались до нас барани. Для восстановления великой страны найкращий пастух баранячий хутар. Байрактар. Здравствуй. Ты под Мариуполем? Да, да, мы тут вот. Почти на первой линейке. С его роты вот из 30 осталось 13. Съебалось до хуя кого. Ну, беспилотник нормально, вчера гоняли, да, ночью. Кого гоняли? А беспилотник летал над нами. Ну видишь, вот. Как сейчас, блядь, армия как сейчас оснастилась беспилотниками. Охуенная тема, да? Ну, ебашит да, на колонны, все сжигает хуя вообще. Да пиздец, блядь, долбят хуй знает куда, ебать. Типы, блядь, только приезжать успевают рассказывать медики, какой пиздец творится там. Вообще люто. Так они долбят по нашим или они им похуй по ком-то долбить? Наши по целям пытаются. Но что-то похоже, как говорят медики, особо не это. Не церемонятся? Да. Блядь, наши же, как обычно, прут тараном же, им же Панов похуй. Вообще, ебать, быстрее, все за мной, в бой. Это Попов. Да это вообще вот тырок, нахуй. Застрелите его хуям, блядь, за долбоёба. Один танк остался у полка со второго. А всего их там было сколько? Там как бы один батальон танковый был со второго. Вот, короче, типа, как говорят, один танк. И то эти танкисты отказную написали, что обратно поедут на хату. Да, береги себя, Иваныч, береги себя. На рожон не при. Тут дохуя так смотрим новостей, вот эти новости все, блядь, пишут, нахуй. То, блядь, посмертно, нахуй, то еще, то герой, то еще, конечно, шняк. Оно этого не стоит.